Всем привет! С вами детская студия Черепашки-рисовашки, педагог Марина. И сегодня мы с вами будем рисовать необычную картинку. Посмотрите, какой у меня есть вот какие узоры. Похожи на зимние такие морозные узоры. И рисовать мы будем клеем ПВА. Вот я приготовила клей. И маночку вот я насыпала в коробочку. Вот такая вот крупа. Ну что, техника интересная? Хотя бы раз ее стоит попробовать. Давайте я вам все покажу. Посмотрите, что я подготовила. Обыкновенный листик картона. Так, нашу картинку убираем в сторону. И вот я взяла фиолетовый цвет. Можно взять, кстати, любой цвет картона. Можно на синем. Просто на темном белые узоры смотрятся гораздо красивее. Все-таки маночка у нас белая, да? Ну что, приступаем? Приступаем. Посмотрите, как... Ой, я открутила. Не то. Открываем клей и начинаем создавать с вами узоры. Давайте я вам сначала просто покажу. Вот чуть-чуть нажимаем и ведем. Вот внизу у нас будет снег. И можно всевозможные, как вы хотите, так, внизу вот эти линии провести. Можно много-много снега. Так, так. Это как бы наши сугробы, да? Вот они. Так, а теперь мы будем создавать крону деревьев. Ну и сначала давайте-ка мы ее прям так и нарисуем. Вот так будет одно дерево. А? Так, еще одно дерево. Так, вот так вот. Ну и еще тут одно дерево. У нас такой будет пейзажик поменьше, да? Сразу мы нарисуем внутри стволы. Вот так одну палочку. Ну и начинаем веточки. Так, веточки. Рисовать. Веточки растут. Ну, в гуаше-то мы много же рисовали. Узор может быть замысловатый. Так, ну и всегда непредсказуемый. Давайте вот это дерево сделаем. Кстати, можно и толще, и тоньше. И рисуем веточки. Так. Чуть-чуть нажимаем. Немножко нажимаем. Вот второе. Ну и здесь у нас еще одно такое. Кустик даже больше, да, похоже на кустик. Опа. Вот так вот. Ну, а теперь нам надо заполнить наш фон. Ну, а фон уже тут. Можно рисовать вот такие всякие узоры. Какие-то завитушки. В общем, заполняем практически весь наш фон вокруг. Это нам узор мороз нарисовал, да? Мы практически сейчас вот все оставляем нашу крону и заполняем. Тут я вожу линии, как мне вздумается. Какие-то загибульки. Кстати, можно и снежинки где-то нарисовать. Угу. Точки сейчас еще поставим, как будто снежок идет. Вот у нас такая вот линейная работа, да? Потому что мы рисуем практически линии. Кисточкой, конечно, делать это все намного сложнее. Давайте теперь точки поставим. Давайте точки. Идет снежок. А здесь уже у нас заданная толщина. Поэтому эта толщина дает нам линию одной толщины. Есть разные композиционные решения. Можно, конечно, и линии красиво очень получаются, когда линии разной толщины. Но это совсем другая история. Сегодня у нас идет вот такой снежок. Кстати, можно тут где-то и травушку посадить. Да? Практически представьте, что мы рисуем кисточкой. Да? Можно и даже из зверушек так рисовать. Ну, здесь у нас белая тема, белая зима. Поэтому вот снежок мы так и обозначим, да? Ну, а теперь самое интересное. Так. Уже видно, да? Уже видно. Так. Ну, и берем теперь нашу маночку и начинаем присыпать нашу работу. Присыпать. Надо хорошенько присыпать ее. Ну, как бы снег, да? Идет снег. Можно так руками, можно прямо из баночки. Я вот сделаю так. Угу. Наши сугробы внизу.
мы еще сделаем такой новогоднюю игрушку в такой технике. Тоже детям очень нравится, потому что это самостоятельно сделанная игрушечка. Техника та же самая. Только мы еще туда блесточек. Можно и сюда блесточек насыпать. Я пробовала делать с блестками. Не так выразительно, как манкой. Белые узоры гораздо красивее получаются. Но все-таки интересно. Поэтому, может быть, мы с вами еще елку попробуем сделать с блестками. Да? Так, поэтому я вас приглашаю. Присоединяйтесь, рисуйте, экспериментируйте вместе с нашей черепашкой-рисовашкой. Так, ну все, вот, обильно засыпала. Видели? Так, а теперь желательно, чтобы, конечно, вот это все подсохло. Немножко оставить на какое-то время, чтобы маночка впиталась в наш клей. Но у меня времени нет, поэтому я сразу и стряхиваю. Можно и так. Детям вообще не терпится узнать, что ж, как же там. Ну и вот так вот, хоп-хоп-хоп, и стряхнули. И вот наша нарядная. Смотрите, какая красивая картинка. Прямо хоть в рамочку вставляй и дари в подарок. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А теперь я с вами прощаюсь. До следующих работ. Пока-пока!